Всем привет! Сегодня обзор очередного ножа Ганзо. Вот коробочка. Номер модели FH922OR. OR это orange, оранжевый. Как обычно, имеется чехольчик. Наклейку вот еще положили. А вот и нож. Рукоятка из оранжевого G10. Имеется клипса, которая может быть переставлена. Она вот такая проволочная. Уж насчет надежности ее не знаю. Рукоять у ножа простой и незамысловатой формы, без понтов, что хорошо. Вариантов цвета, кстати, несколько. Черный, зеленый, серый и оранжевый, как этот. Собран нож на винтах. Заглушка в том месте, куда переставляется клипса. Вот такой у этого флиппера плавник в виде ушка. Раскладывается задорно. Нож имеет красивые формы клинок со спусками от обуха. Длина его 86 мм. При толщине 3,5 мм. Сталь клинка D2. Есть фальшлезвие. Есть отверстие для подвеса. Длина в сложном состоянии 112 мм. Фиксатор клинка Liner Lock. Вес 106 грамм. Нож удобно лежит в руке, да и работает четко, как машинка. Вроде и не замысловатый, но красивый нож. Думаю, ножик подойдет для EDC. Порежу. Сначала кожу. А теперь помидор. В следующий раз порежу лук. Поберегу нервы любителям помидор. По итогу вот такой незамысловатый и в то же время интересный ножичек от компании Firebird, подразделение компании Ганзо. Годится под многие виды работ. Думаю, будет хорошим товарищем для повседневного ношения. Нож был предоставлен компанией Avant Market, официальным дистрибьютором компании Ганзо в России. Такие дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До новых волнующих встреч!